Тут мы решили, компания Клевер, КВС и Еврали сегодня замутить демополе. Вот, решили вам представить наши линейки, те, что сеяли. И зовсім не робилося глубоке рихлення, лущення було. І перед посівник було дві культивації. Посів був густотою 65 тисяч насінин. З удобрением був тут карбамид 100 кг на гектар. І все. По защиті була, по третьому листу працювала Прима, і по шостому листу тут працювався Стелар Плюс. Ну от і все. Тобто не було більше ні фунгіцида, ні інсектицида, більше нічого не було. 65 тисяч. Да. Сіялось 1 мая. Я Артема за це дуже люблю. Да. Ну что, уважаемые гости, чуть-чуть кучнее, потому что транспортнее, значит, на Харьков кучу. Представляю компанию КВС по Харьковской области. Попутно есть проект у меня в Донецко-Луганской области. Значит, сегодня мы здесь все вместе собрались для того, чтобы, это в принципе уже второй год, как мы здесь, да. Для того, чтобы проанализировать прошлогодний год и, собственно, посмотреть на ситуацию этого года. Значит, Юра уже сказал, сегодня КВС Лидия будет рассказывать про свои добытки в этом году. Ну и в принципе параллельно, как бы в таком интерактиве, если будут там вопросы, задавайте, сразу будем, ну, общаться, чтобы мы ничего не потеряли. Значит, меня зовут Роман Азаров, представляю компанию по Харьковской области, еще расскажу. И сегодня мы опять начинаем, как и в том году, по мере того, как мы сеялись, начинаем с гибридов с высоким фалом. То есть это тяжелая артиллерия получается. Первый гибрид Кашемир. Условно скажу так, по гибридам наша компания, как и другие компании, в принципе, для того, чтобы вам было легче, проще ориентироваться, разделила все свои гибриды на 4 условных линейки. То есть в данный момент мы стоим на линейке гибрид Кашемир, это линейка Plus for Grain. Это гибрид, который, ну, скажем, рассчитан на максимальную технологию, то есть получается. Все топовые гибриды других компаний, вот это получается как альтернатива, скажем, за весьма умеренные деньги. Все есть, получается, включая хорошую влагодачу, застойчивость, мощную корневую систему, устойчивость к вылеганию, то есть все есть. По початку, ну, сами можете посмотреть, ФАО 380 довольно высокая. По количеству оберток, ну я бы, наверное, сказал, что гибрид все-таки относится к гибридам, наверное, с ФАО где-то 340-350. То есть получается количество рабочих характеристик по влагоотдаче, это именно, это самый же. По влагоотдаче, по значению, я уже не говорю за более ранние эти ФАО. В среднем, значит, по наличию зерен, ну в данном случае их 16, рабочие вообще от 18 до 22. То есть это выгонит. Это классный год. Забегая наперед, скажу, пока ничего не упустил. Этот гибрид занял второе место по урожайности, сеяли мы в том году в этой стороне с результатом 8,2 тонны в зачете при влаге где-то 12%, он занял второе место. В том году с порядка где-то 60-70 гибридов. Гибрид достойный, опять же. Ну, я его как вижу, это все-таки это высокие технологии, но после того, что Юра сказал, он себя хорошо показывает, как и стабильный пластичный гибрид. То есть он не провален. Если по этому гибриду нет вопросов, мы перемещаемся дальше. С вашего позволения. Прошу. ПС 4484, ну это гибрид, наверное, я бы сказал. Прямая противоположность гибриду Кашемир. Гибрид, собственно, больше нацелен все-таки на экстенсивные технологии. На не самый лучший агрофон, на предшественник и так дальше. То есть это гибрид с минимальными вложениями. При этом он стабильный, он не проваливается, он имеет хорошие показатели по влагоотдаче. С этим гибридом я выбивал топовые компании, допустим, где мне приходилось конкурировать с конкурентами. Ну, я имею в виду, это и американские компании, там и другие. Собственно, соотношение цена-качество у этого гибрида хорошее. Если, допустим, не планируете там сильно вкладываться или, допустим, землю только взяли, то этот гибрид с высоким фалом, с высокими показателями 4484. Рекомендую. Пытания есть? Пойдем дальше. Примерно такие початки в том году были при урожайности где-то 8,4-8,5. В этом году мы специально не меняли густоты, ну видите, все-таки вверх немного ему не хватило, и скажем,
смотреть уважаемых обитателей. Поэтому этот гибрид все-таки, я думаю, ну, в нынешних реалиях смены климата, недостатка влаги, все-таки надо делать. Здесь мы опять же скажем, CR65, в данном случае, конечно, чтобы достичь примерно таких показателей, надо было все-таки густоты делать чуть меньше. Ну, по крайней мере, у нас есть опыт. По самому гибриду, гибрид имеет, ну, такую весьма такую интересную характеристику. Он имеет не сильно крупное зерно, что, в принципе, компенсируется очень хорошей влагодачей. Минимальное количество у нас оберток от 5 до 7. Что еще? Холодостойкий, имеет очень хороший стартовый рост, как и другие гибриды. Не сильно интенсивный. То есть это гибрид у нас линейки климат-контроля, это наша вторая линейка. Это гибриды, которые как раз именно относятся к гибридам не сильно интенсивным. То есть если его сравнивать 44-84, то этот гибрид чуть-чуть более интенсивный, и в то же время он показывает, скажем, показатели получше. Гибрид топовый, я скажу так, был я пару дней назад по Луганской области, у меня там тоже есть хозяйство, которое я веду. На данный момент Луганщина, ну, если сравнивать так с Харьковщиной, то имеет она уже, скажем, гораздо более ярко выраженный такой резко-континентальный климат. И по состоянию акустика имеет очень привлекательные характеристики. То есть люди сеют там где-то порядка около 60, сейчас по факту на уборку мы имеем где-то 55-57 тысяч на гектар, то она вполне конкурирует по урожайности и выглядит даже лучше, чем топовые пионеровские гибриды, в том числе Monsanto, такие как 45-31 и очень рекомендуем. Гибрид занял первое место по урожайности среди всей линейки, которая была высеяна в Киевской Руси в том году, с урожайностью около 8,5 тонны при влажности 12,5%. Гибрид классный, я думаю, у него будет большое будущее. Идем дальше. Не, влагу отобрали. По уборке домополя Финской Руси. Гибрид Церберов. Ну, в нашем портфолио это гибрид, скажем, уже не новый, но гибрид себя очень хорошо зарекомендовал. Его особенность какие? Это, скажем, никакой не зонтичный бренд, это именно нормальная рабочая лошадка типа 2370. То есть, если хотите именно стабильный гибрид, в принципе, заменяемые деньги, опять же, это Керберос. Его особенность какая? Хорошая масса 1000, то есть зерно в основном крупное, рядов 12-14, минимальное количество оберток от 5 до 7. Еще такая особенность по этому гибриду, он хорошо переносит, скажем, не с таким качеством, то есть генериком, ну, качество. И второй момент, у него очень хорошая устойчивость к пыльной сажке. То есть в монокультуре можно высевать несколько лет подряд. В нашей линейке это, наверное, один из самых устойчивых гибридов как раз именно к этому заболеванию. Почему? Ну, собственно, это как бы такие основные характеристики. Если вопроса нет, давайте дальше идем. Я так понял, мы дальше идем, все лучше, лучше и лучше, да? Ну, у нас все хорошее. Стабильно, ага. Стабильно, скажем так. Не, ми на уменьшення ФАУ йдемо. Да. Ми сіли великого до маленького. Гібрид Кумпан. Кумпан. Таке названня цікаве. Ну, скажу так, гібрид цікавий чим? В своєму ФАУ 290 він має, ну, якщо сравнювати, допустимо, з тим же, допустимо, навіть Керберосом, по своїм характеристикам поработаем, це все-таки більш інтенсивний гібрид. Ну, даже если посмотреть по зерну, то есть масса у зерна очень хорошая, ну, наподобие как у Кербероса. Он очень хорошо отзывается на повышенные дозы удобрений, то есть, ну, все остальные характеристики будут иметь порядка. Это влагоотдача, это корневая система. Ну, скажем, если вы дадите, конечно, чуть побольше удобрений, разместите она лучше предшественников, то максимальный урожай, конечно, вам обеспечен. Скажем, по опыту выращивания по области, гибрид пока еще люди, скажем, не распробовали. То есть я его специально всеял в линейку, чтобы посмотреть, какие у него будут показатели на все зерно. Ну, вообще я его рекомендую. Это линейка Unique. Прошу дальше. Все,
27. Ну, за этот гибрид много говорить не буду. Это гибрид уже, который, собственно, заказал. Уже начало, да? Значимое место. Андрей, ну, даже если так визуально посмотреть сколько? По початкам, то все понятно, что это за зверь, с чем его взять. В принципе. Все самое лучшее, что есть у гибрида Пауза 300, это шикарная влагоотдача, это устойчивость к улеганию, засухоустойчивость, вообще пластичность. То есть он хорошо отзывается и на повышенную дозу удобрений. Если и не дадите их, то тем не менее все равно стабильный урожай получите. То есть особенность его такая, значит, ремонтантный, скажем, переходной тип листа, он и не эректоидный, он такой немного раскидистый. Мощная корневая система, ну, собственно, по виду растений видите, что растения всегда, даже в таких условиях, достаточно хорошо чувствуют. А в своем сегменте, собственно, и по продажам, я конкурента ему до Пауза 300 вообще. Гибрид очень значимый. В нашей компании он занимает по продажам первое место. По производству семян, по продаже 2371, а Кербера 2 по производству семян. Так что очень сильно рекомендую. Ну и также он подходит для, допустим, для такой технологии, если вам надо гибрид убрать и после этого посеять, допустим, ту же зимую пшеницу, обратите внимание, соломина самотонка, то есть она легко разделывается, практически без проблем. Габитус растения невысокий. Под пакет 200 литров. Гибрид достойный. Дальше. Тут у нас начинаются новые гибриды, это их тут три, 260 ФАО, Фернандо 260 ФАО и Кавалер 250 ФАО. Ну, гибриды, скажем, новые, я вам тоже много информации не дам, сами пока собираем информацию, в двух словах скажу. Если сравнивать по интенсивности, значит, Адажио у нас это самый интенсивный, Фернандо менее интенсивный и Кавалер у нас самый такой нейтральный, то есть он пластичный, стабильный. Скорее всего, а даже у нас будет нацелен больше на центральную западную Украину. То есть, мое видение такое. А даже Фернандо как раз именно наш вариант. 23-23 мы сняли с линейки 260 ФАО. Вот именно как раз Фернандо, я думаю, зайдет как раз именно в этом сегменте очень хорошо. Почему? Потому что все-таки по ФАО немного выше и по потенциалу урожайности больше, если так сразу. Ну и это прямая угроза для феномена. Идем дальше. Феномена немало там. Немало. Не смогли они было. В принципе, за Фернандо я, ребят, уже рассказал, поэтому. Давайте, наверное, дальше откинем. Гибриды очень похожи, мы в этом году просто их смотрим. 37,89. Да, посеем Кавалер на демо. Ну, хотел в двух словах просто спросить, может быть, расскажете о нам ваши впечатления вообще. Стартовый рост и все остальное. Тут лучше? У вас, да? Стартовый рост вообще так вот эти вот. Дожди, как он перенес? Побольше, да? Ну, там вот рядом, через дорогу. Да, вон, блин, больше. А густота какая у вас была на поле? 67. Да, 67. Ну, мы тут сели 65. Ну, с этой линейки, которую я рассказал, как раз именно Кавалер самый такой у нас пластичный, стабильный гибрид. Его особенности, это опять же, это все-таки засухоустойчивость. Из особенностей зубовый тип зерна, минимальное количество оберток, то есть с влагоотдачей вообще проблем не будет. Да, я же говорю, если, допустим, надо гибрид, под посева зимой пшеницы, его рассматриваем, рассматриваем Фернандо, в принципе, можно рассматривать еще даже пашницы. Гибриды имеют, да, тонкое получается растение, оно хорошо разделывается. А как он к полиганию? Неустойчив. В этом году большинство хозяйств вопросы к полиганию. Ну, вопросов нет. Поэтому такая вот по нему история. Ну и последний гибрид у нас зернового портфолио, это Каньонс, ранняя ФАО 230. Я этот гибрид узнаю на протяжении 5 лет, работая в компании, то хочу сказать следующее. Значит, настоящий степняк, значит, настоящая рабочая лошадка для самых жестких климатических условий. Особенность его такая, значит, фиксированный тип початка, он не интенсивный, экстенсивного типа.
Влага дача очень быстрая. Ну, у нас тут имеем где-то 5-7 до 7 покровных оберточек. Гибрид идеально подходит под экстенсивные технологии для не совсем идеального рельефа. После него самым добрым образом высевать можно последующие культуры севооборота. Ну, скажем, максимально раскрывается, конечно, именно он в степи. Вот это его вариант. Вот это наше на данный момент. Вот это именно. Из особенностей генетически, в принципе, может при нормальной густоте, но нормальная густота какая? Вообще он немного любит загущение, то есть где-то 65, вот это его рабочее, ну как здесь мы посеяли. И, скажем, бонусом может образовывать 2 початка. То есть склонен к 2 початкам. Да. Это не есть плохо, в принципе, это его просто склон. А он склонен к пасынкованию или нет? Ну, если условия, практически все гибриды, которые здесь есть, они склонны к пасынкованию. Ну, тоже, допустим, 2370, он не склонен. Есть разные гибриды, но он не склонен. Как раз он 2370 не склонен. Ну, 2370 я видел в разных локациях. Я не буду говорить, что он не склонен, в принципе, были да? Ну, немного, да, немного как бы подискутируют. Это в основном реакция просто на стресс. Или хорошо, или плохо. В основном на повышенное, допустим... Аграфон. Или аграфон, допустим, или все-таки на наличие осадка. Хороший стабильный гибрид для экстенсивности. Хотел бы сейчас спросить, у вас тут силосное хозяйство есть или нет? Сейчас тут силосное. Нету, да? Ну, смотрите, в принципе, в двух словах могу рассказать. Просто давайте пройдемся же потом в компанию Лиде, да, будем проходить. Ну, это новая линейка называется Best for Milk. Начинаем опять с самого высокого фау, это интеллигенс. Ну, они, собственно, по габитусу довольно-таки похожи с кашемиром. Ну, это максимальная, опять же, продуктивность, максимальное количество рядов. Некоторые клиенты в этом году оставили этот гибрид ввиду того, что, ну, сами видите, по початку довольно-таки хорошо нагрузился, оставили его на зерно. По этому гибриду мне самому было интересно, я пересчитал обертки, их оказалось всего лишь 7. В среднем где-то в этих пределах. Это говорит как раз именно о том, что гибрид, ну даже, наверное, все-таки не силосное назначение, все-таки двойное назначение. Поэтому я бы его все-таки рассматривал как альтернативу, допустим, пробовать все-таки в зерне, потому что влага дача очень хороший его потенциал. А какой его потенциал по зерну? Ну, если на орошение, я думаю, в районе 18 запросто. Так же, как и по кашемиру. Перемещаемся. Еще один гибрид у нас. Фау 290. Монобол характеристики. Первый раз я бачу. Ты хорошо запылился, вопросов нет. По потенциалу растения видно, что початок прикреплен остро, то есть ему просто не хватило буквально влаги для ноги. Он готов был еще хуже. Поработать на своей урожайности, но, увы, погодные условия так сложились, что он остановился. Юр, подтягивай, Юр. Так, ну и последний гибрид с нашей линейки, это тоже линейка Best for Milk. Гибрид называется Гендаль. Чем интересен? По рабочим характеристикам это примерно то же самое, что и Big Beat. Немного, конечно, я бы сказал, в него большее количество каракеля. То есть, допустим, если рассматривать его в том числе тоже на крупу, это очень интересный вариант. Палочки всякие, снеки, ну и так дальше. То есть, я думаю, поэтому. По качеству зерна тут будет все тоже в порядке. Очень даже. А по влагоотдаче? Смотрите, ну по влагоотдаче я не могу сказать точно. Просто опираясь на то, что у него кремнистый тип зерна. Я думаю, все-таки она не такая будет быстрая, как, допустим, на зубовых типах. Это один момент. Ну, по количеству оберток радует то, что их 7. То есть для силосного гибрида это очень немного. Да, это очень как бы, такой факт. Ну, в любом случае, в рекомендации все-таки убирать его вовремя, не дожидаться, чтобы, допустим, он влагу отдал, а потом опять его начал натягивать, как мочалка. То есть убирать в оптимальные сроки. Фау ранее, поэтому, я думаю, для уборочки это идеально где-то будет первая декада сентября. То есть не оттягивать. Это касается также по всем гибридам, которые мы прошлись. Видите, что влага где-то в районе там 12. Не надо ждать, что она упадет. Почему? Потому что у нас после того, как резко падает влага, вот эти связующие, получается, кочевые, нарушаются проводящие пучки.
после этого, когда вы заезжаете жаткой. Сейчас початка такая в компании не была, ввиду того, что просто они нарушились, они просто отпадают. Да. И потом начинаются звонки, почему, допустим, у меня там начинают потери увеличиваться и так дальше. На данный момент уже оно есть. Следить надо очень тщательно, именно как раз именно задача влаги. То есть увидели, что, грубо говоря, несколько дней жарких, мимо проезжали пуля, померили влагометчиком, видите, что там где-то в районе 12, лучше не ждать. Заехали, убрали, положили, все, будьте спокойны. Белуба КЛП, наш новый гибрид. В том году мы его тестили по Украине, в принципе. У меня в том году было несколько демолокаций. Ближайшая из них была посеяна в Гаранте по трассе. То там она показала, ну не сказать, что рекордный урожай там, сами знаете, какие условия в том году сложились. Урожай здесь была, наверное, 24 центнеров за чуть. При влаге где-то в районе там около 5%, потому что перестояла на пересохла. Фишка ее в чем? Технология КЛП плюс, ввиду того, что гербицид тут не носился. Видите, ну как бы мы ничего тут губы не красили, ничего не убирали. Не ставили. Она сугубо под технологией КЛП плюс. То есть ее надо накрывать гербицидом, тогда все будет очень хорошо. Из особенностей. Очень хорошая устойчивость. Я бы сказал 95 плюс. Черная ржавчина. Кто из вас был в том году на Дымополе в гарантии, видели зеленую полосу, которая уходила вглубь. Как раз именно благодаря этому она показала хороший очень урожай. По этому гибриду это генетически устойчиво. Скажем, особенность этого гибрида, что, собственно, можно сказать, не надо ее обрабатывать. Поэтому для нас очень важно, чтобы лесовая поверхность у нас была чистая, без заболеваний. Мы с вами прекрасно все знаем, что ржавчина как минимум 30% снимает у нас урожай. То есть заболевание очень такое серьезное. Из особенностей по вегетации, значит, 105-107 дней срок вегетации составляет данного гибрида. Значит, корзинка у нас выгнутая, то есть такой формы. Это гарантия того, что влагодача у него будет ровная, стабильная. Прицветники у нас растение, вернее, шляпку не обнимает, как раз дополнительно для того, чтобы как бы было отобрано селекционировано специально, для того, чтобы как раз влагодача была очень быстрая и стабильная. Вот эти листья тоже у нас работают на урожай. Растение само по себе 190 в среднем. 180, даже такой жесткий год мы можем даже посчитать, ну так на скидку где-то 10-12 листов мы имеем. По одной локации больше, по другой меньше. Я по Луганской области когда проезжал, поздние посевы там 22-25 листов на данный момент. Показатели очень хорошие. Поэтому гибриду еще такая особенность, по нему очень хорошая опыляемость. То есть 95-97% опыляемости. По нему очень хорошее масло. 51-52% мы имеем стабильное масло. Даже несмотря на то, что гибрид у нас КЛП+, по нему очень хорошие показатели по маслу. Холодостойкий гибрид. Наличие антоциановой ножки говорит о том, что гибрид хорошо переносит понижение температуры. Рекомендую, пробуйте. Но обязательно подтянуть. Следующий гибрид компании КВС это новый гибрид Сидакстон. Гибрид классический семирасовый. По информации от нашего агросервиса есть такая информация, что гибрид кроме 7 рас держит еще на 80% 7+. То есть он выдерживает. Гибрид стабильный, пластичный. С хорошим содержанием масла, очень хорошо опыляет. Как тоже корзинки. Очень хорошо опыляет. Форма шляпки тоже оптимальная для того, чтобы была быстрая влагоотдача. По поводу устойчивости к заболеваниям, скажем, выше среднего. Практически все заболевания. Здесь небольшое поражение есть, но не значительно. Если посмотреть в целом, поражение, конечно, есть, я это как бы не скрываю. Вы сами видите, но в целом листовая поверхность еще зеленая, она еще работает на накоплении. Значит, вы можете спросить, почему 7?
Это совместный проект, так как компания у нас активно заходит в рынок подсолнечника. На данный момент это партнерство с компанией Сингента. Поэтому линии были взяты оттуда, я это не скрываю. Значит, это один из хороших перспективных гибридов, который, собственно, нами был доработан. И в другой стране, кроме России и Украины, вы его не видите, в странах Европейского Союза вы ее тоже не увидите. Поэтому как бы, продажи только Украина, Украина и Россия. Хороший, стабильный гибрид, тоже надо пробовать. Все, что в районе 2,8. Ценовая политика, я думаю, даже ввиду того, что корни сингентовские, ценовая политика более чем уверена, как и на остальные гибриды КВС. Заказывайте. По количеству хочу сказать, количество будет незначительно на Украине, порядка, наверное, максимум 3000 посевных, это потолок. Поэтому, если этот гибрид заинтересует, заранее заказывайте. Юрий есть. Заявки Юрий принимает. Круглосуточно. Да. Все? Да, у меня все. Спасибо. Да, тут было 100 кг селитры и все. Почвенник не был с параметрами. А потом 8 ничего не было. 8 ничего не было. По протравке еще скажу, значит, Да. По протравке скажу, значит, материал производится за рубежом. Это скорее всего Франция. Люминесцена будет протравитель против переноспороза. Белуба у нас производится на нашем заводе КВС Каменцеподольском. Там не производится. Доработка полностью наша, под нашим контролем на расширение цивилизации. То есть по Белубе вообще вопросов нет. Импортные семена немного купили. Чуть-чуть поменьше. Спасибо.